Всем любителям реального и виртуального футбола посвящается Батл 3. Гол в стиралку. Футбольные геймеры против футбольных болельщиков. Задача – показать технику удара и попасть в барабан. Первым название «Бомбардир года» претендует Евгений Бабенко. Смотрим. Ах, близко, почти попал, но почти не считается. Прости, Женя. У Калуцкого есть все шансы открыть счет. Посмотрите, Платонов посылает магические знаки. Удар! Мимо. Побоялся оставить вмятины Костя. Решил поберечь технику. Следующим бьет виртуоз мяча Панасюк. Удар! Бо! Сломал дверцу Никита и получает предупреждение. Какое точное попадание в дверь? Может быть, он просто не в курсе, где у машинки барабан? Платонов принимает мяч на грудь, показывая, что он намерен побеждать. Удар и мяч в барабане! Очень легко забил Евгений, словно всю жизнь тренировался ради этого момента. Счет 1-0 в пользу команды «Человека». Ребята показали отличную футбольную технику. Впереди новый батл и финальный матч. Читайте подробности в описании к видео. Переходите на сайт и голосуйте за любимую команду.